Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максим Мадзе, и сегодня у нас вторая часть обзора модов на GTA 5. Как вторая часть обзора модов? Вторая часть на обзор мода, который добавляет ограбление острова Кавиперика в сюжетный режим. Пошел ты нафиг, блин. Ну-ка, туда отправляйся тоже. Ну-ка, тут нигде лестницы нет? А, ладно, и он уже мне не навредит. Но вот этот первый чувак вообще красиво упал. Я обязательно это оставлю в видео. Этот чувак... А, он выбрался? Ну, сейчас я кастетом его вырублю. Подходи ближе, давай. Ой, господи, что за дебилы, а? Короче, в прошлой серии мы начинали... Вот мы сделали два задания по подготовке к ограблению. Разведка и, собственно, добыча кода от сейфа. Сегодня мы будем продолжать это делать. Мы пройдем с вами сегодня даже, скорее всего, ограбление само. Мы постараемся побыстрее допройти подготовку и быстренько ограбление. Я надеюсь, что это не будет сильно долго. Сетуп 3. Отправляйтесь на ферму братьев Унил. Как и в прошлой серии, мы будем проходить ограбление с читами. Я недавно попробовал пройти это ограбление без читов. Без читов пройти невозможно. А потом объясню, какого хрена. Потом объясню, почему. Пока будем играть, я объясню, какие задания без читов пройти. Какого хрена мою подлодку перевернуло. Мою подлодку вообще перевернуло, прикиньте. Ну-ка, давайте-ка разберемся с этим делом. Где подлодка? А, вот здесь где-то. А чё её перевернуло-то? Ну, это баг какой-то однозначно. Нифига непонятно вообще. И как мы попадем обратно на подлодку на эту потом, если мы не сможем на нее залезть. Ладно, неважно, давайте. Мы братьям Унил направимся, уже потом разберемся с подлодкой. Давайте телепортанемся сюда, чтобы было быстрее. Достанем оружие. Ну, пистолет Кавиперику не сильно-то полезная вещь. Лазерный автомат. Интересная штука. Давайте ее возьмем с собой. Вот это задание без читов пройти возможно. И довольно несложно, кстати. Кстати, вот отправляйтесь на ферму братьев Унил. Я что-то не понял. Как? Тревор же все взорвал тут. И такие, ого, они восстановили ферму. Они восстановили свою ферму. Ничего себе. Сейчас открою дверь, и там будут, понабегут сразу все. Все подряд. Man down! Take cover! Fuck you, listen!
Так, ну все. Я знаю, где подвал. Вот здесь. Ого, они еще и тут решетку и систему защиты поставили. Причем они восстановили свою ферму так, как она изначально была. Так, ключ от подвала у кого-то из них, я так понимаю. Ага, у него ключ. Стоп, а где она? А, вот, все. Есть. Давайте сотрем с себя всю эту дрянь. Красную, блин. Какой-то C4 мы взяли. И что это такое, хрен его знает. Стоп, это не выход. Короче, на касатку нас просит вернуться. И вот непонятно, как мы на нее сейчас сядем. Надо придумать сейчас. Попробуем нырнуть и под водой что-то найти. Ну как она перевернулась-то, блин? Ага, вот так вот. Ну это божок какой-то непонятный, это точно. Надо сесть за руль, ну за штурвал, скажем так, и поставить ее на место. Попробуем сейчас это сделать. Это как так? Ну что происходит, алё? А давайте сюда поставим. Не знаю, вышли за это время после моего обзора обновления на этот мод или не. Что-то поскользнулся-то. Я не проверял, но надеюсь, что обновление обязательно появится. Если они, конечно же, еще не появились. Минутку. А зачем я вышел с касатки-то? Следующее задание надо же начать. Чтобы начать, надо на нее же забраться. Отправляйтесь в Warehouse. Ага, я, кажется, помню, какое следующее задание будет. Будем телепортироваться только для того, чтобы было быстрее. Да, блин. А чё подлодка тонуть начала? В общем, не важно. Телепортируемся сюда куда-нибудь. Не прям сразу на точку, а ближе. Вот это задание бывает иногда немножко сложно пройти без читов. Сейчас объясню почему. Возможно, но бывает момент не очень приятный. Так, надо сломать камеры. И никакой охраны, кстати, тут нет. В оригинале в онлайне вот здесь охранники стоят. Но тут их нет. Короче, мы заходим сюда.
Вот эти охранники сейчас смотрят туда. Но иногда может быть такое, что мы когда заходим, они уже в нас стреляют. И есть очень большая вероятность, что убьют, потому что у них очень мощное оружие, они могут разом убить. Особенно если мы еще и без брони. Взламываем систему. Здесь у нас такая же мини-игра. Такая была и мини-игра в сюжетном режиме. Ого, как быстро я поймал код. Тут надо код ловить. Далее у нас ждет вторая мини-игра, где нужно буквы ловить. Такая мини-игра была в сюжетном режиме в миссии «Налет на бюро». Если выбрать вариант не пожарный, я не помню, как называется второй вариант. В зимнем прохождении мы такой вариант выбирали. Так, все буквы поймали. Ну и, видимо, узнали, где можно найти сканер отпечатка пальцев или что там надо. Дубликатор отпечатка пальцев, я не помню, что там надо найти. Чё, пошел ты нафиг, блин. Просто, блин. Так, архив находится здесь. Под вот этим мостом. То есть, ну это не мост, точнее, просто под дорогой ему. Не совсем понимаю, как это называется. В общем, вот здесь это находится. Так, тут камеры, которые еще и смотрят на нас. Ну в этом, но поскольку это первая версия мода стоит, тут камеры нам не навредят нисколько. Но мы все равно их отключим. Так, вот одна из них. Третья камера. И четвертая где-то тут. Так, ну она сломанная уже была. Это... уже сделали. А вот это. Так, ну и заходим в архив. Здесь, по-моему, тоже охранники должны быть. А хотя не помню. Короче, здесь надо найти дубликатор отпечатка пальцев какой-то. В онлайне, в обычном ограблении, ну в онлайне, в таком, он подсвечивается стрелочкой, его очень легко найти. Здесь это будет не так. Здесь надо найти, надо знать, как он выглядит. Но я уже помню, как он выглядит. Он выглядит как карточка какая-то на одном из этих столов. Он всегда рандомно появляется. Вот этот, по-моему. Да, вот он, точно. Здесь стоят фургоны, которые мне очень нравятся. Ну и вот эта вот тачка тоже нравится мне. Дальше нас отправляют очень далеко, на целых фигово тучу километров в Палетто Бэй. Господи. Вот это вот, и вот это вот, именно вот это задание самое непроходимое без читов. Самое непродуманное. Сейчас узнаете почему. Во-первых, надо обязательно к желтой метке подойти. Во-вторых, сесть на эту лодку. Поехали. Найдите субмарин. Это подлодка, насколько я понимаю.
О, вау. Ну и вот в чем, собственно говоря, проблема. Нам нужно нырнуть туда и на подлодку попасть. И у персонажа без бессмертия просто не хватит дыхалки, чтобы доплыть до этой подлодки. Он умрет. Просто не хватит дыхалки. В онлайне в этой миссии используются эти дыхательные аппараты. Поэтому там и не умираешь. Ну и можно было также через этот люк залезть. Он ближе, чем тот. Но в этом моде мы можем залезть только в этот. И здесь сейчас будет перестрелка с мариуэзерцами. Люк есть, ничего себе. Я что-то не замечал, что там спускаться можно. О, ничего себе. Не понял. Откуда в нас сейчас стреляли таким? О, она здесь? Обычно штуку, которую мы находим, она находится на нижних этажах или даже не... Фиг знает в каких местах. Здесь все намного проще. Там несколько способов вот это вот задание выполнять. На вертолете можно, например, прилететь сюда. Но здесь только на лодке, я так понимаю. Да, слишком глубоко. У персонажа реально не хватит дыхалки. И там еще над этой подлодкой будет целая куча охраны. А здесь нет, а здесь ничего нет. Но надеюсь, что в будущем будет. Так, вернитесь на касатку. Погоди, метку же поставить надо. Так. Что у нас осталось еще? Два или одно задание еще осталось. Сейчас узнаем. Одно задание еще осталось в подготовке. Выбрать транспорт, на который мы будем проникать на остров. Самый интересный способ — это вертолет. И сейчас мы его с вами добудем. Какого фига хвост оказался на берегу? Мы вообще двигаемся назад? Не двигаемся.
попробуем прямо на подлодке к вертолету проплыть. Это самый интересный вертолет, это самый интересный способ. Именно им мы сейчас и воспользуемся. Можно, конечно, вот этот вертолет украсть, но мне кажется, это не... это более опасно будет, чем на подлодке. С помощью контрола можно опускаться, только мы и на мель садимся, по-моему. Так, вот, вот где надо будет совершать атаку. Остановимся где-то поближе. Здесь. Надо поближе подплыть. Ну-ка, а мы можем торпеду выпустить? Торпеду пускай. Давай. О, хорошо. Корабль взорвали. Супер-пупер опасных пушек стреляет один. Еще один стреляет с вертолета. Охранники еще тут есть, я смотрю. Да блин, да где они? Я не вижу больше никого. Вот я слышу, что они тут кричат где-то, но я их не вижу. Думаю, надо подобраться. Думаю, надо забраться прям туда. Да балбес, не... лодку. Что-то я не пойму, а где охранник-то этот? А, вот он где. Спрятался, блин. Так, еще двое там. Наверное, на еще одном корабле, который надо взорвать. А, нет. Хорошо. Интересное, очень интересное занятие, блин. Похищать этот вертолет. Да, похищение вот этого вертолета, оно самое интересное, чем другие транспортные. Доставьте вертолет Анклатор на дроп-поинт. Ну, это рядом. Ого. Чуть себе разброс какой. Только прямо не стреляет, в разные стороны стреляет. В две стороны. Так.
Сбавляем скорость и аккуратно садимся. Андрюха, если ты это смотришь, запомни. Я в онлайн иногда с одним другом играю. Он очень плохо на вертолете садится. Зачастую садится, и они ломаются. Так, стираем всю эту дрянь. Садим. Идем на подлодку нафиг. И начинаем грабеж. Самое интересное. Ну давай же, ну залезай на подлодку, бля. Вот дело. Да не управлять. Еще и с оружием в руке может такое быть. Ну что ж, приступаем к ограблению. Тут у нас идут настройки. Уровень хакера. Можно выбрать до 4 помощников с искусственным интеллектом. Можно выбрать Франклина, Майкла, Тревора, Ламар Дэвис, клоун, зомби. Тут много кто есть. Инопланетянин, Джиггернаут, версия 2, Домсдей Армор, Гейр какой-то, Гейр 2, Джиггернаут Косметик, Арена Вора, Арена Война 2. Космическая обезьяна. Обалдеть, космическая обезьяна. Как командор какой-то. Космонавт. Трон. Инопланетянин. Скифи какой-то, блин. Пого. Рэнч Мимми. Марачиу. Бобо, блин. Дэйв Нортон. Стив Хейнс. Деван Вестон. Девин Вестон на самом деле. Пейдж Харрис, Агент 14, Лестер Крест, Теннис Клинтон, Нервный Рон, ну Рон Жиковский шеф, Эдди Тоблин, Фабиан Ларуш, Клей Симонс, Норм Ричардс, Паки Макрири. И, короче, кого тут только нет. Лазло Джонс даже есть. Стив Хейнс давайте возьмем. Второго Дэвина Уэстона возьмем. Дэйва Нортона, господи. Какого Дэвина Уэстона это? Троица агентов будет грабить остров. Зашибись. Ну тут, к сожалению, не все персонажи. Нету того же Андреса Санчеса. Молли Шульц нету еще, например. Молли Шульц, кстати, могли бы сюда добавить. Она некоторым игрокам полюбилась. Ну и мы летим на том транспорте, который мы, собственно говоря, украли. Так, нас просят установить меточку, где мы будем совершать посадку. Вот здесь. Так, подождите, пока вертолет не долетит. Он сам летает, я им не управляю. Это вон пилот управляет. Мы сидим в вертолете. К сожалению, у этого способа есть баг. Очень неприятный. О, мы можем даже стрелять.
Короче, неизвестно почему, но мини-карта пропадает во время этого способа. Чтобы она появилась снова, надо перезапускать игру. Это неприятно. Надеюсь, такое в будущем исправят. What the fuck? Ну уже вставай, вставай, ты чего? Что-то подвисло аж. Зашибись, я упал и долго не мог встать. Обалдеть. Да, мини-карта пропала. Ну-ка, давайте попробуем, знаете, что сделать? Давайте попробуем ее выключить. А потом снова включить. Поможет это или нет? Радар. Нет, к сожалению, надо перезапускать игру. Не знаю, можем, можем ли мы добраться до дворца с помощью тачки. Да, можем. Придется ориентироваться по памяти. Так. Налево нам надо. Да, вот без мини-карты гораздо труднее. Но возможно все равно. Что? Они выпали из машин? Или они сами выпрыгнули? С охранниками тут проблема, кстати, одна еще есть. Где они? Я их не вижу. То, что они не будут получать урон, если мы будем стрелять не в голову, а в другое место. Так что они с легкостью могут вам навалять, и ваш персонаж умрет. Да блин, откуда их так много? Я вообще по-тихому проворачиваю это ограбление, по подводному тоннелю захожу сюда. Но по подводному тоннелю в этом моде нельзя. Такого способа нет, к сожалению. Когда они закончатся? Обычно такое не было запланировано-то у нас. Короче говоря, давайте вот через эту стену перемахнем. Я запланировал, что мы перелезем через стену и наваляем охранникам там. А получилось так, что мы их всех уже почти, наверное, перебили. Через главный ход все вышли и все. Ну нет, не всех мы перебили. Тут еще есть это. Я вижу. Я слышу это. Да, почти никого нету. Мы почти всех перебили там, за воротами. Это не было запланировано, ребята. Короче, по данным разведки, мы
Мы узнали, что где-то тут, возле бассейна, на столике лежит ключик. Вот он. Так, второе, что нам надо найти, это ключ карты. Их немало, я скажу, еще тут. А напарники наши, я что-то смотрю, бессмертные вообще. Короче, ключ карты находится вот прямо во дворце в этом. И без мини-карты тут хрен чего найдешь. Есть еще одна недоделка в этом моде. Это мини-игра, которая вот здесь. Вот эту дверь нужно взламывать специальной мини-игрой, но она тут не работает. Как она работает, но какой бы мы там отпечаток пальца не сделали, игра... дверь не откроется. Надеюсь, что это тоже будет исправлено. Так, все, мы взяли все карточки, все взяли. Давайте все абсолютно украдем отсюда. Денежки, золото, все украдем. Так. Ключ-карта нам нужна, чтобы открывать вот эти хранилища. Счастливого Рождества, Максимадзе. Сколько тут золотишко-то? Золотишко, блин, по 150 тысяч. А, и картина еще дорогущая, капец. Напарники тоже могут собирать картину. Дэйв Нортон, он картину срезал. Хотя мы и сами могли это сделать. Отойди. Блин, я внутри, я там в кабинете забыл картину срезать. Там тоже картина есть такая. Здесь две картины. Очень ценные картины. Интерфейс не отображается, конечно. В смысле, я уже это делаю. Да, но это недоработки. Он тоже, видите, картину срезает. Так, эту я сам сделаю. Не надо мне помогать. Кубики какие-то, блин. На этой картине. Сколько же такая картина стоит? Ну, где-то 100 тысяч. Так, у нас тут есть еще хранилище, которое обчистить надо. Прежде чем идти в подвал. Одно из них прямо перед нами.
Стоп, картина. Ну ладно, пока соберем. Наркоту или что это такое, я не знаю. Может быть, кто-то из наших найдет, соберет. Ну, давай, режь. Так, все, эту картину взяли. Но есть еще как минимум одно такое хранилище. Сколько я помню. Нож, кстати, убери этот. Находится оно где-то рядом. Что? Глупые охранники. Где еще одно такое хранилище-то, алло? Оно же точно было, я помню. Мы тут были или нет? Давайте проверим. Нет, мы тут не были. Ну чё вы стоите? Картину бы срезали, золотишко бы собрали. Чё, самому всё делать? Вон картину срежьте там, я не знаю. Да, ну тут недоделки, конечно, есть с этими сценками. Ладно, мы все грабанули, осталось только в подвал залезть. Чтобы залезть в подвал, нам надо специальный ключ, который мы как раз таки нашли, который мы нашли на одном из столиков. Чтобы войти в эту дверь в онлайне, надо ее также взламывать той мини-игрой, о которой я говорил, что не работает. Но здесь ее нет. Здесь мы просто так можем войти. Золотишко, блин, 2 миллиона уже собрали. 2 миллиона, это мы очень много. Но тут еще есть наркота. О, все-таки он режут картины. Я уже думал, они забили на это дело. Но нет. Ну и в конце концов, что нам осталось, это открыть эту дверь и взломать сейф. 45, 49, 76. 45, 49, 76. Нет, 45. Сорок девять, семьдесят шесть. Есть. Забираем файлы матраса и сваливаем нафиг отсюда.
Дверь, видимо, открывается только снаружи. Ладно, пошли за еще одной. Ладно, мы собрали целых 3 миллиона с половиной, 3,5 миллиона долларов. И пора отсюда сваливать. Где выход? Здесь никакой сцены нету, где нажимаем на кнопку, чтобы открыть ворота. Здесь мы просто выбегаем через них. Садимся в вертолет, который ближе, и улетаем на нем. Хотя, по-моему, это и есть тот вертолет, который мы с вами летели. Где напарники мои? Все, улетаем нафиг. И вот мы улетаем или уплываем, в зависимости от транспорта. И будет одна из двух кат-сцен. Ну, как минимум, две кат-сцены тут есть. Какая из них будет, не знаю. Понятия не имею, от чего они зависят. От времени суток, может быть. А может и нет. Ну, сейчас узнаем, какая будет. Я надеюсь, что будет та, которую я хочу. А ну постойте. Ладно, идите дальше. Есть, это так оценка, которую хочу. Ого, у вас получилось. Надеюсь, все по плану прошло. Мистер Мадрасовер уже вернулся из клуба несколько часов назад. А я поставил новый рекорд по сверхурочным, походу. Да, все в порядке здесь. О, посмотри-ка, идеальное завершение вечеринки. Собрание выживших. Мы зажигали неплохо, да? Давно я не волновался так. Может, присядешь и перестанешь валять дурака, Эван? Я даже не знаю, кто это. Мы вместе неделю уже отдыхали, Тумик говнюк. Какого фига? Ну-ка, садись сюда. Ну что, получилось, да? О, какое счастье. Отлично, уже предвкушаю, когда всю отцу расскажу. О, привет, папа. Да нет, это будет быстро. Я просто хочу тебе сказать, что эта история с Тинклером. Документы? Да, да, конечно, я все сделал. Да не, они у меня здесь. Я с этим разобрался, все сделано. Ну так вот, знаешь что, я подумал, может быть, нам с тобой снова сесть, обсудить ту сделку с криптовалютой и тот проект с коммунинимум. Помнишь? Эй, пап. Папа, алло. Да господи. А, связь как в стране третьего мира тут просто. На чем они сидят, кстати? Так, на чем мы остановились? Ах да, оплата. Расплатись-ка. Есть, сэр. Ладно. Ну теперь вы знаете, что делать. Продолжайте грабить этого ублюдка. Он постоянно деньги на роскошные штуки тратит. Пытается крутым оказаться. А, до основания его обчистите. Несите-ка все сюда. Он любое добро без вопросов загонит. Это будет постоянным кошмаром или Рубио. Я в восторге. Даже не знаю, хочу ли я это видеть. Прошу прощения. Нет. Нет. Принести что-нибудь? Апельсинового сока или кокосовой воды? Да нет, спасибо, мы не хотим. Но жизнь. Нет, черт. Блин, я вас всех люблю, ребята. Вы крутая, миссис М. Дикая ночка. Повторим как-нибудь, да? Пока. Дорогой, что там? Да, уже ничего. Ничего, абсолютно. Все кончено. Спасибо. Мы перед вами в долгу. Пошли, угостим вам шампанским. Я... просто охренел, когда эту фотографию первый раз увидел. Просто обалдел. Так, ну и наши помощники ходят.
И 3 миллиона достаются нам. Вот это катсцена. И очень хорошо запустилась именно эта сцена. Я хотел ее. Ну, тут есть еще одна, где мы втроем могли бы пить шампанское просто. Не знаю, чего зависят эти катсцены. Возможно, по рандому. Ну ладно, вот такое вот ограбление. Его всегда можно провернуть снова. Когда вы после этого ограбления вернетесь на подлодку, вы на нее не зайдете. Там не будет ничего доступно. Но после перезапуска игры вы сможете снова начать подготовку, сделать ее и снова грабануть остров. Вот такой вот мод, ссылочка на него будет в описании. Если вы хотите, чтобы я показал его, как он устанавливается, если вы сами не разберетесь, то пишите в комментариях об этом. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.